Неутешительную статистику сегодня предоставили казахстанские врачи. Больше половины мужчин в стране потенциально бесплодны. Эти шокирующие данные медики получили, проведя обследование в рамках программы мужского репродуктивного здоровья. О том, почему сложилась такая ситуация, какие диагнозы сопровождают эти цифры и с какими еще проблемами сталкиваются мужчины в современном веке. Материал Тимура Ермашева. 21 век отнял у мужчин звание сильного пола. К таким выводам сегодня приходят специалисты в области мужского здоровья. Ученые во всем мире отмечают, что с наступлением эры технологического прогресса мужской организм утратил свое преимущество над женским. Мужчины теперь болеют чаще и живут меньше. Мы живем на 12 меньше лет, чем вы, женщины. Что мы такого плохого сделали? Мы что, не сделали плохого же, да? Сами себе плохо сделали. Потом за собой не ухаживаем. Врачам мужчины ходят 3 раза меньше. Сахарным диабетом 6 раз больше страдает. А артериальной гипертензии 3 раза больше умирает. Даже при рождении мальчиком мужского пола 3 раза больше умирает. И это еще далеко не все беды, обрушившиеся на сильный пол. В рамках программы мужского репродуктивного здоровья медики обследовали 25 тысяч мужчин по всему Казахстану. Результаты оказались неутешительными. Больше половины страдают импотенцией, у 30% обнаружились признаки бесплодия, а у 42% медики нашли инфекции, передающиеся половым путем. Эти и другие проблемы стали поводом проведения в Алматы Всемирного конгресса, посвященного мужскому здоровью, участниками которого стали ученые из целого ряда стран. Здесь проблема далеко не медицинская. Здесь проблема во многом политическая и социальная. Если мы потеряем вот эту основу мужского лидерского, пассионарного типа, мы потеряем во многом и основу наших традиций, основу нашей государственности, основу того, что составляет и делает человека человеком. Опыт Казахстана в изучении этой проблемы уникален. На сегодняшний день в нашей стране действует 14 региональных центров мужского здоровья и семейного долголетия. Специалисты отмечают, что одной из особенностей таких учреждений стало оказание не только медицинских услуг, но и психологической помощи. Это немаловажно с учетом того, что эмоциональное состояние оказывает заметное влияние на репродуктивную способность мужчины. Результатом начавшегося сегодня конгресса должно стать принятие резолюции, состоящей из 10 первоочередных задач. Первая из них станет разработка и принятие закона о репродуктивном здоровье и о сексуальном здоровье с учетом интереса мужчин. Документ, под которым подпишутся участники конгресса, будет направлен во все высшие государственные органы, в том числе Сенат, Мажилис и правительство. Еще одним итогом Всемирного съезда ученых в области мужского здоровья может стать учреждение в Казахстане нового праздника, а именно Дня Отца. Тимур Ермашев, Ринат Абулхаиров, Информбюро, 31 канал.